Жители города теперь могут получить консультацию быстро, эффективно, а главное – бесплатно. В открывшейся благотворительной приемной общественной организации «Аврора» работает психолог, юрист, специалист по ЖКХ, соцзащите и жилищным вопросам. Достаточно телефонного звонка, и эксперты назначат встречу. Обращалась семья, у которых маленький ребенок, больная сама, мама сама больна, муж работает на трех работах, и у них копятся долги по ЖКХ. Они не знают, каким образом их погашать и как правильно поступить, чтобы там где-то, возможно, получить какую-то амнистию, еще какие-то моменты. И специалист им помог. Насколько я знаю, они продолжают дальше работать вместе. То есть это даже не разовая консультация, а продолжительная, плодотворная работа. Проблем у жителей города множество, уверены специалисты. И очень часто люди не знают, куда обратиться и у кого просить помощи. Иногда стесняются, а иногда боятся, что консультативные услуги будут им не по карману. Но только не в общественной приемной. Для того, чтобы проблема решилась, ведь надо самому что-то для этого сделать, правильно? Потому что люди, если... Ведь чиновник не придет и не будет смотреть. Человек, например, потекло из управляющей компании потолок, он не будет чиновником, придет, не посмотрит, что этот потолок потек. Это надо ему об этом заявить. То есть он может спокойно к нам прийти, об этом заявить. Мы ему выиграем суд. У нас все суды по этой теме выигрышные. Пока организаторы разместили небольшую рекламу в социальных сетях, поступило 20 звонков, 6 человек пришли на прием. Их проблемы уже были решены. Люди, бывает, не знают, куда обратиться, если проблема с управляющей компанией не может никак решиться. Они могут подойти к нам и абсолютно бесплатно получить эту консультацию. Или, например, у людей тяжелое материальное состояние. Они не знают, куда обратиться и какие документы собрать для того, чтобы им какие-то субсидии или льготы перечислили. Специалисты помогут составить необходимые документы, расскажут, как выправить те или иные бумаги, проконсультируют по вопросу выплаты компенсаций. Также в случае необходимости окажут психологическую и моральную поддержку. Помогут открыть двери, которые кажутся наглухо закрытыми. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.